эксцентриссимо. Артисты театра на Спасской написали письмо британской королеве. Просят рассказать, какие теперь принцессы. Достоверность в спектакле нужна. Можно смеяться или хвалить театральный пиар, но на ответ кировские актеры вполне могут рассчитывать. Елизавета II настолько занятая персона, что охотно вступает в переписку. За время правления она ответила более чем на 4 миллиона писем. И обязательно напишет сама каждому подданному в день его столетия. И с бриллиантовой свадьбой поздравит. А в интернете даже есть инструкция о том, как правильно эпистолировать к монаршей особе. В России уже есть получатели ее ответов. Девочка Даша просила песика любимой породы Елизаветы – корги. В конверт королевской почты щенок не поместился, поэтому девочке прислали фотографию корги, живущих в Букингемском дворце, с рассказом о том, как за ними ухаживать. Так что Даша может завести себе питомца и устроить ему королевскую жизнь. А житель Барнаула писал Елизавете просто так выразить восхищение и тоже получил ответ с вежливым признанием. Но если бы все было так просто, ведь когда-то эти отписки из дворца превратятся в ценные лоты для аукционов. Старые письма Лиз уже продаются за немалые деньги. Одно такое с рассказами о чувствах курсанту мореходной академии, будущему мужу, продали за 20 тысяч фунтов стерлингов. По-настоящему тонкий вкус демонстрируют молча. Салоны «Остров сокровищ» – стильные коллекции часов по доступным ценам. Эксцентриссимо.